Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Совсем недавно я снимал видео о том, как я взял семена из перца, купленного в магазине, и эти семена посадил на рассаду. Семена не надо было замачивать, они были абсолютно свежие и очень хорошо взошли. Зашли они очень быстро и густо, буквально на пятый день, и даже пришлось их немного проредить, оставив всего один сильный росток. Вы видите, как я это делал. Вот такой вид имела рассада совсем недавно. А сегодня я вам расскажу, как же сделать первую и очень важную подкормку для рассады перца на стадии, когда у них образовались настоящие два листика. Сейчас я вам показал семидольные листочки и настоящие листочки. И вот рассада сейчас так выглядит. Для того, чтобы сделать подкормку, нам понадобится 1 литр воды и селитра кальция. В своем составе кальциевая селитра имеет примерно 15% азота и 27% кальция. Для подкормки 10 стаканчиков с перцем я использую 1 литр воды и половину чайной ложки кальциевой селитры. Но прежде чем подкармливать азотом кальциевой селитры, надо обязательно прежде хорошо полить растение, либо накануне, чтобы удобрение легло на влажную землю и чтобы не произошло ожога корней. Вот таким образом я добавляю половину чайной ложки кальциевой селитры, хорошо размешиваю, она очень хорошо растворяется в воде, и поливаю растение. На каждое растение примерно уходит по 100 мл подкормки. Азот и кальций – это сейчас два главных элемента, которые требуются рассаде перца на стадии, когда он распускает два настоящих листа. Дело в том, что азот плохо усваивается без кальция, а кальций хорошо влияет на кислотность почвы, так как мы часто используем покупную торфяную землю для выращивания рассады. Так вот, в такой земле обычно среда кислая, чаще всего в торфяной земле. Но как раз таки кальций плюс азот – это самая лучшая подкормка на данной стадии. Почва не будет закисляться, и азот будет хорошо усваиваться. Также важно помнить такое правило, что лучше рассаду не докормить, чем перекормить, особенно азотом. Рассаде перца необходимо обеспечить хорошее освещение. Если света от окна мало, то желательно установить искусственное освещение. Необходим умеренный полив и невысокая температура, не выше 20 градусов тепла. Тогда рассада будет хорошо развиваться, не будет вытягиваться, не будет желтеть. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях и поделитесь опытом, как вы выращиваете свою рассаду перца, чем вы ее подкармливаете, какие сорта либо гибриды вы выращиваете на своем участке. Ну а я на этом пока свой ролик заканчиваю. До новых встреч, всего вам хорошего, пока-пока.